Гастарбайтеры или наши, чьими силами ведется тобольская стройка века? Второе рождение арамашевской молочки. Как может измениться муниципалитет за 16 лет? Все выше и выше и выше. Почему квартплата за январь будет больше декабрьской? Обсудим с гостем программы. Очень вырос в регионе. Так ли страшен вирус гриппа? Репортаж из инфекционной больницы. Уроки на карантин, когда интернет детям не в радость. Об этом не только смотрите в итоговом выпуске ТСН.